think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и я решил сегодня сделать нового Минорелиса 15-15. По идее, он должен быть не пробиваться, но плюс-минус где-то, может, конечно, его заблокируют, где-то попадут, но попробуем, потестируем. В общем, у нас от истинной веры кулдаун 5 секунд, 3 секунды... Точнее, 2 секунды он восстанавливает жизнь. Здесь у нас получается кулдаун 7,5-3 секунды. Плюс дрога, которого до сих пор не пофиксили. Здесь у нас 100% неуяз. В общем, такая вот сборка, суперсила. Максимальная сборка на атаку. Ну, фактически на атаку, не считая таланта и эмблемы. Поехали, посмотрим, что он может... Вообще, как он стоит. Давайте начнем с рейда. Я сейчас просто закину его в рейд против кого-то. Интересно посмотреть. Попадают. Все-таки попадают и сносят под молчанкой, как я и говорил. Молчанка все равно пролетать будет. Было бы у него, был бы у него не уязв к молчанке, это вообще был бы топчик. Ну, посмотрим сейчас. Смотрите на эту. На Мэри. Мэри без подашки практически сразу улетела. Окей, поехали. Один 39, 1.28, 1.2. Короче, 1.2 бьем потом. Потом смотрим остальных. Посмотрим, как оно там будет. Так, лис. Ну, давайте отсюда найдем. Забежим, попробуем. Конечно, он не бегает, как первый наш Минорелис. Но интересно будет посмотреть. Хотя мастер руны, я думаю, заберет всю энергию. И вряд ли мы хрен что сделаем. Да, видите, у нас по отхилу получается. Нифига нету. Надо больше отхила все-таки. Надо брать, наверное, скорее всего, ворожея с собой. Без ворожея печальненько. Ну, самый идеальный вариант это был бег плюс ремка. Попробуем сейчас отсюда забежать. Один раз ударил. Конечно, с юнитами сложновато будет. Второй. Ну, причем у нас тут только лис, получается, лис и ворожей на земные. И он у них только снимает энергию, если что. Остальные все летающие, поэтому он особо их тоже и не заряжает. Что тоже плюс. Так, ну что, божество разберет? Или нет? Божество вообще убить не может, судя по всему. Ну, видите, забор энергии и молчанка – это вот два минуса. Просто изи. Без проблем. Истинная вера восстанавливает, получается, у нас, если дамажит, плюс выживание, но одно недомогание может все изменить. Окей, поехали дальше. Так, что тут у нас по противнику? Дуэлянт, Фрея. Ух ты, Фрея залетела сразу же. Жестко. Да, дамажит, конечно, Фрея офигенно. Надо думать что-то над отхилом.
Так, хорошо, что еще можно придумать? Ну, давайте попробуем вместо друга. Зацепим сюда ангела. Хочу посмотреть на уменьшение. Может, это спасет. Хотя, я думаю, вряд ли оно там сильно порежет. Нет, тут вообще без варианта. Тут еще и космо долбит. Так, возвращаем обратно. Как вариант. Что еще такое интересное можно попробовать? Маскировка, в принципе, как вариант. Либо поставить Dev. Попробуем такой вариант. Может, этот вариант зайдет. Ну, хотя, в принципе, мы увеличим деф немножко. Плюс отражалка. У нас космо должен ушататься, по идее. Будет проще. И Фрея не будет так пробивать. Да, оно так и есть. Неплохо. Как видите, Фрейя в такой сборке не особо там и пробивает сильно. Истинная вера все-таки восстанавливает довольно-таки неплохо. Но нету недомогания, нету молчания, поэтому он тащит. Но все-таки тащит соло. Неплохо. Так, 1-1. Это у нас здесь еще один, да? О, тут землеройка есть. Ну, поехали посмотрим. Может, вариант землеройка у нас ушатается? Конечно, нет, тут ворожей хилит. Тут не варик. Тут единственный вариант, конечно, чтобы землеройка слился, но ворожей с водушкой его подхиливать будет все равно. По 600к отхил. Так бы землеройка уже улетела, я думаю. А ну еще попробуем блокануть, если получится, конечно же. Без вариантов. Там, где есть землеройка, там только либо убивать землеройку. Тут тоже землеройка. Так, Зефир. Ну, Зефир, в принципе, тоже не должен быть настолько страшен. Нифига себе, нифига себе они пробивают. Ну, куда ты бежишь? Не беги туда. А тут лисица забирает этот хил. Да, не все так просто. Все-таки первый наш вариант был намного интереснее. Так, тут землеройка без водушки. Отлично. Попробуем через Зефира забежать, посмотрим. Ну, посмотрите, что Зефир делает. Минотавр. Ну, практически. Не, нифига, восстанавливается, красавчик вообще. Минотаврик, в общем, ребята, тащит. Можно бегать минотавром соло. Ну, конечно, не против всех, но... Смотрите, 82%. Жестко. Половину пачки слил. Изи. Ну, видите, все зависит еще от топа. Какая у вас там сила в топе. До ляма противники разбираются. В принципе, лям там, лям с чем-то разбираются. Но... Одна землеройка может
все изменить на дефе, поэтому Землеройка один из топовых таких героев для атаки на некоторых локациях и для дефа. И тут у нас явно не хватает от хила Лисица. Причем Лис с подашкой, судя по всему, не дохнет. Не Варик, в общем, тоже. Так, ну-ка, интересно, против Рейвы. Отлично, тут забор ломается. Вообще изи, посмотрите, что делает. Жесть. Так. ...928. Блин, ну этих тут только вариант пробовать сливать отражалками землеройку. Иначе жопа. Вот, кстати, посмотрите, Фрэнка нету. Вот, точнее, ворожей нету. И у нас кто ушатался? У нас кто-то ушатался. Это у нас землеройка ушаталась. Ну, смотрите, что с землеройки остается. Вот дальше нас блокирует Зефир, Фрэнк. Но они тоже, в принципе, убиваются. Сейчас попробую ворожея выставить. Может, вариант с ворожаем зайдет получше. Ворожей как-никак он снимет блокировку, если что. Тут вряд ли тут ворожей есть на подхиле. Да, тут без варианта. По точности хорошие герои. Так, а тут? Не. Там, где есть лист, там печальный, там надо с маскировкой пробовать. Ну, а тут, в принципе, должны затащить. Вот эти должны посливаться сейчас. Обушка и Фрэнк должны слиться однозначно. Вот смотрите. Во-во-во-во. Все, минус Фоба, минус этот. То есть, видите, ПДшки, если нету, на друга сливается очень отлично. Ну, не факт, что мы, конечно, здесь и затащим сейчас, потому что у нас ворожаи могут ушатать. Я смотрю, у нас ворожай вообще себя не хилит. Чё, шанс слива максимальный? Надо было возле Зефира закидывать всё-таки. Не, изи. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Новый Минотаврик, в принципе, довольно-таки неплох. Конечно, наверное, лучше был бы вариант, чтобы выживание еще зашло, но, как видите, против Зефира и прочих огненка лучше всего пока что. Но пока они не выпустили что-то новое. В общем, такая вот сборочка у нас. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.